Всем привет, на связи Тепличный Движ. Сегодня у нас 23 марта. Как видите, уже подготовили почву, перекультивировали. То, что перегной мы завозили, уже, то есть у нас перемешанный очень. Все ровненько у нас выровнено. То есть теплица уже подготовлена для высадки. Сейчас сюда расставим наши палеты с огурцами. Прочерчу ряды, сделаю канавки, начнем высаживать огурцы. Высадим огурцы, после того уже прокину здесь каплю, из трубы выведу каплю, прокину, и на каждый ряд проведу капельку и включу полив. То есть после того, как высадим, уже начнем включать полив. Сейчас посмотрите, у нас здесь снег лежит. Погода в этом году вообще, я честно сказать, совсем не радует. Вот так вот выглядит тепличка. Сейчас покажу рассадник. Вот наш рассадник, бедные наши огурчики стоят, уже должны давным-давно быть на постоянном месте жительства. Как видите, очень сильно такие они так подросли, и возможно они даже немножко тянутся из-за того, что друг друга начинают перекрывать, поэтому начинают вытягиваться. Посмотрите, сейчас у нас 26,2 градуса, огурцы у нас, как по-моему, в прекрасном состоянии. Правда, нижние листья у нас начали желтеть. Это все из-за недостатка света. Сейчас их вынесем в тепличку. Это мы уже посадили еще одну партию огурцов. 200 штук. Те, что мы выкинули в тот раз. Это емеля. Те, которые были очень в плохом развитии. Мы их выкинули и посадили новые. Как видите, вот наши новые огурчики. Будут, так сказать, будет на, у нас эти первые, а эти чуть позже за ними. Вынес огурцы из рассадника. Как видите, есть желтые листья снизу. Это недостаток света. То есть они стоят в этих пластмассовых ящиках, друг друга перекрывают. И самым нижним света не хватает, они начинают желтеть. То есть это никакие болезни, это недостаток света. Все равно в любом случае, до пятого листа, после того, как мы посадим, они примутся, то есть, так сказать, акклиматизируются. Нам все равно нужно будет их оборвать, так же самое и пасынки. Если посмотрите, в междуузьях уже есть огурчики. Ну, здесь слабенько пока видно. Вот сейчас вот этот вот огурцы. Посмотрите. То есть мы сейчас их будем высаживать и будем их обламывать, чтобы корень больше на себя брал, а не, то есть, плоды. Начали высаживать наши огурцы. Отметили ряды. То есть, видите, уже два ряда начали высаживать. И затопили котел, начались неполадки, гонит нам обратку сюда дым, в общем, из со всех щелей. И температуру не набирал, то есть что-то неполадки у нас с подключением самих дуек. Приняли решение укрыть это все агроволокном, видите, ящики вот так стоят в ряду, поприкидывали агроволокном, чтобы не замерзли наши растения. Смотрите, на улице был минус 5, где-то минус даже 4, и как видите, огурчики в прекрасном состоянии, то есть их мороз не прихватил. Если у вас будет такая же самая ситуация, допустим, высадите огурцы, начинается минус, агроволокно вам помощь. Самое главное, чтобы агроволокно не дотрагивалось до растений. Вот, смотрите, минус, лед и снег лежит. То есть минус на улице, теплица неотапливаемая, и под агроволокном, то есть наши огурцы даже не замерзли. Так что берите себе на заметку такую информацию. Сегодня у нас 26 марта. Как вы помните, высадку мы начали 23 марта. Высадили один. И здесь полряда. То есть полтора ряда. С отоплением у нас были проблемы. То есть мы не могли поддерживать здесь температуру. Приняли решение обратно вынести рассаду в рассадник. И подготовить, то есть, котел, чтобы он начал нормально нагонять нам температуру. Вчера мы добились хорошей температуры уже в ночное время суток. То есть сегодня продолжаем нашу высадку огурцов. Смотрите, расчерчиваем ряды. У нас между этим рядом и этим 40 сантиметров. Получается, между этими рядами 1,30 м. Обычной цапкой делаем ямки по 30 сантиметров куст, то есть в ряду от куста. И просыпаем рембек.
Рембек у нас против медведки, чтобы наш корень не погрызло внутри. Так как мы сюда засыпали, у нас был перегной, а в перегной очень много водится медведки. То есть, чтобы от этого уберечь, мой вам совет, обязательно это делайте. Итак, насыпали в ямку рембек. Смотрите, вот наш кустик огурцов, он уже давно должен на постоянном месте жительства, так сказать, быть. Смотрите, в пасынках, если вы посмотрите, уже какие огурцы. То есть в каждом пасынке у нас уже по огурцу. Обламываю вот этот желтый листочек. Я напоминаю, это от недостатка света. Каждый огурец в пазухе мы обрываем. Делаем это для того, чтобы сейчас, когда мы посадим, то есть все питание на себя взял корень. Смотрите, переворачиваем стакан. Нажимаем, все, у нас отлично стакан вылазит. Посмотрите, какой корешок у него. Супер. Весь уже, то есть не гнили, весь он такой беленький, то есть в отличном состоянии. Берем наш огурец, смотрите, он у нас в ряду стоит, выставляем его в ряд и засыпаем его землей. Просыпаем землей. Засыпали и нажали. То есть нажали, все, огурец у нас пока находится в таком вот положении. Сверху еще мы просыпаем здесь рембек, потому что оно может подбежать сверху, тоже погрызть наш стебель. И так до конца мы проделаем эту работу. Остается только прокинуть каплю. На этих рядах мы уже прокинули каплю, но пока еще с ней ничего не делали, не запускали воду, потому что я сейчас сделаю подогрев воды, тогда уже полностью на всю нашу теплицу закину удобрение. Удобрение у нас будет 13-40-13, это фосфатное удобрение, как раз корень, то есть эти удобрения фосфорные для корня. Все, закидываем каплю, просыпали больше, то есть на этом уже наша высадка заканчивается. Все, друзья, если вам понравилось это видео, поставьте палец вверх, надеюсь, оно вам будет очень полезно. Еще засниму следующее видео про подвязку наших огурцов, как мы будем подвязывать. Все, на этом все. Пока.